Я пришла сюда на обучение, как бы совсем новичком. В принципе, даже пилку в руках не могла держать правильно. И Надежда, наш преподаватель, очень многому научила, дала бы и теорию очень хорошую, первое занятие, ну и практику 9 дней. Мне, в принципе, очень нравится. И сегодня даже меня похвалили, но сказали только после, как мне сказали, что надо, я сделала. Ну, так мне нравится, в принципе, здесь обучаться. И нравится очень преподаватель, как мастер. Ну, все.